Для начала осени больше всего подойдут туфли. Давайте посмотрим, какие туфли модные в этом сезоне. Туфли этой осени достаточно оригинальны. Они сочетают в себе классику и интересные декоративные элементы. Декоративные украшения и элементы делают осенние туфли неповторимыми. Так в моде осени туфли с бантами, пайетками, а также с аппликацией и страз на каблуке. Новинка сезона – туфли и ботиночки в мужском стиле, подчеркивающие женственность и хрупкость ножек. Такие туфли не оставят никого равнодушным, позволят привлечь внимание окружающих. Туфли черного цвета с удлиненной носочной частью на классическом тонком высоком каблуке – дань ретро-моде. Туфли оформлены достаточно строго и лаконично. Как правило, это бантики, стразы, вставки из кожи другой фактуры. Это туфли для офиса на каждый день. Сочетаются с деловыми костюмами, брюками, классическими платьями. Кружевная аппликация или имитация кружева из бисера и стекляруса хит нового сезона добавят нотки шика и кокетства в классическую модель туфель. Туфли на танкетке – безусловный тренд сезона «Осень-2011». Уже не первый сезон этот элемент в фаворе. Обувь на танкетке подходит для тех, кто хочет выглядеть красиво и модно, однако не может позволить себе обувь на шпильке. Танкетка устойчива, практична и красива. Особенно актуальны в осеннем сезоне туфли на скрытой танкетке, позволяющие зрительно удлинить ноги. Осенью в моде туфли не только из гладкой кожи, но и из благородного велюра разных расцветок. Есть модный осенний вариант – закрытые туфли на ремешках или шнуровки. Такие туфли сочетаются как с широкими летящими юбками, так и с элегантным платьем-карандаш. На позднюю осень лучше всего выбрать ботильоны или полусапожки, которые позволят сохранить ноги в сухости и тепле. Осенью 2011 года ботильоны не сдают позиции лидеров. В новом сезоне ботильоны должны сочетать в себе несколько модных тенденций. Меховой отворот, контрастная подошва, шнуровка, актуальный цвет, комбинирование материалов. Трендовыми цветами для ботильонов станут угольно-черный цвет, бежевая и коричнево-рыжая гамма. Любительницы необычного и по-настоящему стильного непременно должны обратить внимание на ультрамодные модели ботильонов рыжего цвета, которые находятся в фаворе в новом сезоне.